Ой, хлеб купил. Хлеб купил. Здравствуйте. Лучше обходить стороной ребятишек, а то в России опасно. Вот здесь можно... А нет, здесь нельзя. Вот здесь можно порисовать. Хлеб купил, бородинский. Мороженое черничное для мамы. Хлеб ей бородинский нужен для того, чтобы там... С волосами что-то там настойку делать для волос. О, белая приора заниженная. Давай посмотрим. Может там Федорова выйдет. Точно Федорова сейчас выйдет. А у меня ничего нет. 224 ВУ. О, 224 ВУ. А нет, не Федорова, какая-то другая. А может Федорова покрасилась? Как баба, нытик, вот он ребенку говорит, нытик, нытик, ёпта, как баба. Представляешь, какой негодяй. Вот в таких семьях, вот такие машины, в таких семьях рождаются вот отморозки. Нытик, ёпта, как баба, сказал этот отец сыну в белой приоре незаниженной. Вот отморозки растут вот в таких семьях, а я могу исправить это, блин. Как баба, нытик, чё? А у него что, не баба, что ли? Он, получается, унизил свою бабу. Чё за дичь? Какая баба? Он родился мужчиной. Как ты... Ну, хотя то, что отец оскорбляет, еще ладно. Обычно мать оскорбляет, или бабушка, когда один... Растут, а бабушка, у нее меняется настроение каждые 5 минут, и поэтому ты вырастаешь поехавшим, как бы. Нытик, ёпты, как баба. Вот ненавижу, я хочу его машину, что-нибудь сделать с его машиной, чтобы он ныл, как баба. Но ничего не сделаешь, у меня ничего нету с собой. Что мне сделать? Ничего острого, ничего нет. Я ничего не делаю обычно. Блин, мне даже больше обидно за этого мальчика, чем за то, что тот мужик орал мне. Себе на лбу нарисуй, себе на лбу напиши, себе на лбу напиши. Он писал, помогите, я художник, городской художник. Я очень одинок, пожалуйста, помогите, мне очень одиноко. Вы как он? На лбу себе напиши, на лбу себе напиши, на лбу себе напиши. Меня даже это меньше задело. Меньше, я даже это не вспоминаю. Вот это я буду вспоминать бесконечно. Я еще найду его машину и его, и вообще его найду. Это мне больше обидно, то, что за мальчика он обидел, сказав, ну что ты ноешь, как баба, офигел, офигевший какой, мудак. Блин, что бы сделать, может не нужно проходить мимо, нужно с ноги ему дать, сказать, что ты, блин, сломает фотоаппарат мне. Вот охреневший, а? Я буду ждать, когда ты подъедешь в следующий раз. Я напишу там на тебе на машине. Чё ноешь, как баба? Ну ты не за... даже... Он даже урок не вынесет, если я ему напишу. Чё ноешь, как баба? Он даже ничего не поймет, что он россиянин, блин. Вот это типичный россиянин, который покупает путинку, голосует за Путина, блин. Я вот до сих пор не могу отойти. Я не буду ничего писать ему на машине. Потому что я не такой, не такой россиянин, я другой россиянин. Ну, короче, это капец вообще. То, что вы сейчас увидели, это типичная россиянская история X. Россиянская история X. Блин, у него лицо недовольное. А можно познакомиться? Я одинокий художник, мне очень грустно. Нет. Ладно, мне просто вообще нет друзей, подруг, я тысячи картин нарисовал. Ну ладно. Видишь, короче, я спрыгну с крыши. Спрыгну с крыши, короче, и сдохну. Блин, у меня нет ни подруг, ни друзей. I'm alone, no friends, no girlfriends. I'm fucking alone. Никто не хочет со мной знакомиться, никто не хочет. Видишь, я делаю попытки, никому не надо.
Видишь, я поливаю цветы, блин, всем плевать. Ох, как мне грустно, одиноко. Мне реально грустно, одиноко, блин. Я не шучу. Это не рофл никакой, блин. Ох. Это с собакой гуляет, блин. Ох, как мне грустно, черт возьми, никто меня не любит. Оно у нее еще такое лицо было, знаешь, такое, типа. Не-не-не, короче. Да, пошло. Все, я сдохну просто. Лучше я сдохну, чем жить в таком мире, блин. Останется только вот это. Интересно, сколько оно останется. После меня только вот это останется. Еще пару рисунков. Все. Никто меня не любит. У меня ни одной ничего нету в России вообще. Мама меня бьет,